Мы были совершенно не готовы к прибытию. Иные не выходили на связь, а мы о них ничего не знали. Они запустили 4 волны, которые стерли почти все человечество с лица Земли. 5-я волна придет уже скоро. Свет больше не включается. Самолеты не летают. А мобильник — бесполезный кусок пластика. Папа еще уверен, что все будет хорошо и что мы сможем договориться с ними. Почему-то мне так не кажется. Мы еще не осознали, что произошло.